Вот он, друзья, ночной-то пивун. Оп, улетел. Вот он, вот он. Тут пока разберешься-то. Вот он, пивун. А вот эти гули, они курлычут. На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов утро 8 марта выдалось тихое. Вот там курлычут морские львы. Поздравляю женщин планеты с 8 марта. Не только же птичкам поздравлять. Морские львы тоже участвуют в этом деле. Я думаю, что люди на этом вот, на этой лодочке тоже бы нас всех поздравили, если бы знали, что мы сейчас их слушаем. Солнышко. Сейчас где-то 9 утра, может быть, с небольшим по местному времени. Сегодня время перевели на час вперед. Мы перешли на летнее время в Соединенных Штатах. Так что 8 марта ознаменовался, день 8 марта ознаменовался переходом на новое время. Это знаменательно. Светочка, тебя поздравляли с 8 марта многие, и я хотел и тебя, и всех, кто поздравлял, и просто всех женщин, которые смотрят нас и не смотрят, поздравить с 8 марта. Может быть, ты скажешь пару слов тоже. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям и взаимно всех поздравляю с этим чудным весенним днем. И желаю, чтобы этот год принес много радости, несмотря на обстановку вокруг, чтобы все находили время порадоваться себя, своих близких и находить удовольствие от жизни. Я хочу сказать, с праздником весны мы поздравляем всех из страны вечного лета. Да, я присоединюсь к этому. Мы вернулись домой, а тут все еще это... беспредельщица ночная. Вот она. Поздравляет радостной песней всех женщин с праздником 8 марта.